каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Животноводы Тувы из-за малоснежной зимы и ранней весны могут остаться на какое-то время без водоснабжения. Как отметил на аппаратном совещании глава Тувы, снежный покров растаял практически на всех равнинных пастбищах. Вместе с тем, естественные водоемы еще не вскрылись ото льда. В итоге у многих чабанов могут возникнуть проблемы с питьевой водой для скота. Ситуацию может существенно осложнить ход расплодной кампании, которая начинается в овцеводческих и козоводческих хозяйствах, составляющих основу всего АПК республики. Нынче в Туве намечают получить потомство в общей сложности около 670 тысяч маток. До сих пор прогноз был благоприятный. Деловой выход молодняка планировался не менее 80%. Нельзя допустить, чтобы сюрпризы капризной горной погоды изменили эти планы не в лучшую сторону. На сегодняшний день вот здесь Кожун, они начали еще вот по чабанским стоянкам, где труднодоступны, вот этот туда ездить и там будить вот эти скважины. Вот эта работа они сейчас занимаются. Но вот Пескевский Кожун, вот они тоже вот вчера ко мне приезжали, мы с ними обговаривали, пока вот этот машина, который приобретенный от строительства, там работает по Ерсинскому Кожуну. Они приехали, козыл, и оттуда вот забрали, договорились с одной машиной. А, например, вот 10 чабанков стоянок, и вот посередку проведите одним эту скважину. В целях повышения эффективности деятельности муниципалитетов в части профилактики правонарушений правительством Тувы утвержден порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета. Перечисления в бюджеты муниципальных образований будут осуществляться в качестве поощрения победителей ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование по профилактике правонарушений. Так, по итогам 2018 года на третьем месте оказался Судхольский район и получил поощрение 60 тысяч рублей. На втором месте Дзунхи. Хемчугский район – 85 тысяч рублей. Победителем признан Кызыльский район. Размер их поощрения составил 110 тысяч рублей. Распределение средств зависит от результатов ежегодного республиканского конкурса. Членами конкурсной комиссии рассматриваются показатели муниципалитетов по 8 пунктам, начиная от конкретных данных по удельному весу тяжких и особо тяжких преступлений или преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего числа зарегистрированных до анализа эффективности муниципальных программ по профилактике правонарушений и оказание содействия в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Итоги работы районов за 2019 год будут рассмотрены конкурсной комиссией в конце текущего года. Большегрузам временно ограничено движение по дорогам республики. На месяц в республике ограничат движение транспортных средств с осевой нагрузкой более 4 тонн. Изменения будут действовать на дорогах межмуниципального и регионального значения. Это необходимо, чтобы сохранить дороги во время паводков. Ограничения коснутся автодороги Кызыл-Сараксеп с 18 марта по 17 апреля, а с 1 по 30 апреля на остальных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Тувы. Временное ограничение не распространяются на автобусные перевозки, автомобили, осуществляющие перевозку медицинских и ветеринарных препаратов, почты с семенного фонда, удобрений животных, транспортировки сжиженного газа на специализированном транспорте, топлива и на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий. Кроме того, под временные ограничения не попадают и транспортные средства федеральных органов, исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. Министерство труда и социальной политики республики объявляет конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления в 2019 году субсидий за счет республиканского бюджета Тувы. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющие на территории региона виды деятельности, предусмотренные статьей федерального закона о некоммерческих организациях. Для участия в конкурсе программ или проектов на получение субсидий из республиканского бюджета соискатель должен предоставить документы. Кроме того, в конкурсной документации должны быть представлены расходы по реализации программы с учетом того, что средства субсидий не могут быть использованы на
оказание материальной помощи, а также платные услуги населению. Проведение митингов, демонстраций, пикетирование, реализацию мероприятий, предполагающих извлечение прибыли. Прием заявок с предполагаемыми документами для участия в конкурсном отборе осуществляется с 5 марта по 5 апреля текущего года. Итоги отбора будут подведены конкурсной комиссией в срок до 5 мая 2019 года. И о курсах валют: доллар 66 рублей 7 копеек, евро 74 рубля 29 копеек. Кызыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь, ЦУМ, цокольный этаж. В праздничные выходные сотрудники полиции провели рейдовые мероприятия по выявлению правонарушений. В ходе оперативно-профилактической операции «Улица» сотрудники полиции выявили 49 мест незаконной продажи спиртосодержащей продукции. Рейды проводились как в общественных местах, так и в жилом секторе, а также в местах пребывания граждан без определенного места жительства. Так, с улиц населенных пунктов республики удалено более 750 пьяных, более 600 из них в Кызыле. Сотрудниками полиции составлено около 2000 протоколов об административных правонарушениях. Из них за мелкое хулиганство 151, за распитие спиртного в общественных местах 226, за появление в общественных местах пьяным 63. В отношении лиц за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции составлено 22 административных протокола. Во время праздничных выходных проведена работа по подпольной продаже алкоголя с так называемых адресов. Всего проверено 612 торговых точек и адресов. В результате работы выявлено 49 мест незаконной реализации спиртного, изъято более 4000 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Улица» сотрудниками полиции выявлено 19 фактов незаконного ношения и хранения наркотических средств, в результате чего изъято около 26 килограммов наркотических веществ. В результате мероприятий по пресечению незаконного оборота оружия выявлен факт нарушения правил перерегистрации огнестрельного оружия жителям села Иштихем. Управление контроля и надзора в сфере образования, лицензирования и государственной аккредитации Министерства образования и науки Тыва информирует о том, что вступили в силу новые порядки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования. Основным изменением в порядке ГИА-9 является включение в него процедуры итогового собеседования по русскому языку, успешное прохождение которого является условием допуска к ГИА, чему в документе посвящен специальный раздел.
дел. При подаче заявления участник экзамена теперь должен указать не только предметы, но и срок участия. Установлен срок подачи заявления на пересдачу экзаменов в сентябре, за 2 недели до начала экзаменов. Выпускникам 11 классов представлена возможность выбирать для сдачи ЕГЭ по иностранному языку не только английский, немецкий, французский и испанский языки, но и китайский. Сдавать ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме. В соответствии с новым порядком выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный. В случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи экзамена в резервные сроки. Напоминаем, что нарушение установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации квалифицируется как административное правонарушение и влечет за собой штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Свой 25-летний юбилей на сцене скоро отметят заслуженные артисты республики. Станислав Ириль, Эдуард Андар, Саян Асад, Леонид Канол и многие другие. В честь юбилея в Национальном театре Тувы состоится грандиозный концерт. Стоит отметить, что все эти артисты пришли работать в театр в 90-х, когда лихорадило всю страну. Все ждали, требовали, добивались перемен. Благодаря их энтузиазму и, как сейчас говорят, креативности, не только Национальному театру многое удалось. Даже на самых первых этапах, когда трудности переживали и вся страна, и каждый по отдельности в своей семье. И 16 марта они покажут для зрителей избранные свои роли и песни. Сегодня опередил всех и забрал приз радиоквеста «Замес майонез» Аяс. Загадка была совсем простой. Речь шла о перекрестке тувинских добровольцев и Щетинкина Кравченко. Победитель спешил с работы домой на обед и по пути услышал загадку на волнах радиостанции «Голос Азии». Приехав на место, он громко прокричал кодовую фразу «Замес майонез» и забрал свой приз. Если и вы хотите принять участие в квесте, достаточно слушать радио «Голос Азии» ежедневно по будням с 13 до 14 часов. Ведущие озвучат новые четверостишья с зашифрованным местом и расскажут, кто является партнером конкурса. На этой неделе победители получают подарки от магазина специализированной бытовой химии «Химтоп» на Юнакурседе 103/2. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные. Займы до зарплаты. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту. В любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Ашка харекпа, тунды боза отличные наличные жетеле бернер, ставкаларны падыркпын, ашканы 15 минут полга жадыслер, отличные наличные, слер писка галнер. По республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 13 до минус 15, днем от 0 до минус 2.